Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, что забыл клемму снять я, когда датчик холостого хода менял. Вот, и в итоге он у меня расстроился. И вот хочу вам рассказать, как его теперь назад настроить. Его надо научить, вот хронологом, датчик надо научить обратно, чтобы он работал. Делается это как? Смотрим. В итоге садимся в машину. Ключ зажигания надо... Сейчас я вам расскажу. Ключ зажигания надо повернуть вот до лампочек, когда все загорится. Выдержать 5 секунд. Вернуть назад в положение выключено. Продержать 15 секунд. Опять делаем. Включаем. Отсчитываем 5 секунд. Выключаем 15 секунд. Так надо 5 раз. Так что, ребята, такая вот тема. Я столкнулся. Вот, не знал, что делать. Вот. И в итоге подсказали умные люди, как это дело сделать. Ребята, ладно. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Вот. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Все, счастливо, удачи.